Вот это соковыжималка. Я решил сделать яблочный сок из красных, зеленых и желтых яблок. 8 яблок я не съем, а вот сок могу сделать. Значит, там внутри такой ножик цилиндрический, пластина такая. Вот этот белый цилиндр отвинчивается, вся она разбирается, и очень легко сок, чистить легко ее. Вот, значит, надевается такая вот крышка. Раз, все. Сейчас приготовлю, значит, чашку, в которую сок сливаться будет. Включу ее и буду класть эти самые кусочки яблок. Где тут выключатель-то? Вот он. Так, ну давай. Вот она начинает здесь крутиться. Центрифуга. Так. Как циркулярные пила. Вот он, потек сок яблочный.